23 сентября в онлайн-формате состоялась встреча руководства Казанского федерального университета и представителей компании Microsoft. Microsoft – это давний партнер Казанского университета, который во многом поспособствовал плавному хождению КФУ в дистанционный формат. Благодаря нашей совместной работе, вашей поддержке в том числе, мы смогли достаточно успешно с марта месяца перейти в онлайн-режим работы, преподавания. Это касалось и педагогического образования, и в целом образования в нашем университете. Важно отметить, что Microsoft особо фокусируется на дальнейшем развитии партнерских отношений с КФУ, ведь многие проекты университета перекликаются с тем, что делает компания. Университет мог бы стать хорошей базой для действительно выработки, консолидации методологии, выработки и консолидации лучших практик в области дистанционного образования, как для средней школы, так и для высшей школы. Отметим, что целью встречи стало обозначение возможного стратегического и взаимовыгодного партнерства для обеспечения безопасной и эффективной инновационной среды внутри университета. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.